Ben mi sorayım, sen mi anlatacaksın? Fırat canı öldürmeye kalkmış. Bazen ciddi ciddi düşünüyorum, bu adam gerçekten benim babam mı diye. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin bütün sırlarını bilir ve yaptıklarınızı görür. Yalnız böyle giderse ben de kilo olacağım. Evlilik bu. Anca beraber, kanca beraber. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Он нажимает на баран Дилана, чтобы снова узнать, что он скрывает в комнате. Он говорит, мне спросить или ты объяснишь. Дилан не решается поделиться этим с бараном. Во время беседы с Сабихой Ханем Феррат рассказывает, что он прочитал в письме. Он говорит, что пытался убить Джихана. После этого госпожа Сабиха сильно бьет Хасана по лицу в первом же месте, где она его видит. Хасан удивлен тем, что он сделал. Когда Феррат узнает о случившемся, я сижу перед Хасаном и иногда всерьез думаю, что этот человек на самом деле я. Это мой отец. Спрашивает он. Когда Баран усаживает Дилана, Гуля и Феррата поговорить в своем кабинете, дядя Ахмед говорит, что, несомненно, Аллах знает все тайны небес и земли и видит, что вы делаете. Когда Дилан просыпается, он и Бэрон приходят на кухню в пижамах и едят. Баран обеспокоен этой ситуацией и говорит, что если так будет продолжаться, я наберу вес. Дилан отвечает, ну, это брак только вместе. Дилан и Бэрон обнимают друг друга перед зеркалом в своей комнате. Когда Феррат узнает, что написано в письме, он противостоит Гулю и говорит, «Я подумал об этом и принял решение». Дилан идет к Феррату, пока он сидит один в гостиной, и говорит, что она не может поместиться в своей комнате. Невозможно игнорировать это. Есть только один способ сделать это. И она спрашивает, правда ли то, что ей написали точка госпожа Азади слышит разговор, заболевает и бросается в сад особняка. Наконец, Бэрон крепко обнимает Дилан и прижимает ее к своей груди. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.